Татарской Республики 23 мая 2011 года, город Тирасполь. Тираспольский городской суд в составе председательствующего Томачинской, судья Бычковой Коваль, пресс-секретаря Кавлак Стаматовой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора города Тирасполь интереса государства к религиозной общине свидетелей Иеговы города Тирасполь о ликвидации. В руководстве статьями 190, 196, 201 при НКПК ПМР суд решил в удовлетворении исковых требований прокурора города Тирасполь в интересах государства к религиозной общине свидетелей Иеговы города Тирасполь о ликвидации отказать. Решение может быть обжаловано в Верховный суд ПМР Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 дней со дня вынесения мотивированного решения через Тираспольский городской суд. Председательствующий судья прописи. Прям детей все франко веду сегодня. Не ходите.